Несмотря на то, что преступлений, связанных с хищением скота, за прошедшие полгода стало меньше на 61% по сравнению с 2019-м, стражи порядка продолжают заниматься профилактикой. По информации пресс-службы департамента полиции, эффективнее всего в этом вопросе работает механизм трехсторонних договоров. Речь идет о сотрудничестве между владельцами животных, пастухами и местными властями. Такая практика уже показала свои результаты в Акаинском, Амлюцком, Тимирязевском, районе имени Габита Мусрепова и Шалакына. Кроме того, полицейским часто приходится наказывать рублем нерадивых владельцев скота. Нередко они нарушают правила выпаса животных или их содержания.